Создание мотоэкипировки – сложный производственный процесс. Здесь нужно учитывать массу особенных, иногда жизненно важных нюансов. Безопасность, износостойкость, комфорт, презентабельность и доступность по цене. Создавая мотоэкипировку, инженеры-технологи в первую очередь думают о безопасности. Просчитываются разные варианты внешних воздействий. От природных – ветер, дождь, пыль и грязь. До аварийных – стирание, удары, сжатие и разрыв. Жизненно важно, чтобы мотозащита сработала тогда, когда это понадобится. Они разрабатывают конструкции вставок, щитков и материалов для разных видов защиты. Далее в работу включаются дизайнеры. Их задача – сделать экипировку удобной, чтобы в этой одежде мотоциклисты чувствовали себя комфортно и в зной, и в холод, и в дождь, и в снег. Для этого используются разные виды материалов, специальных дышащих тканей, тканей с водонепроницаемыми мембранами, кожи разной степени выделки. Дизайнеры создают клапаны, застежки и съемные модули, чтобы мотоэкипировка могла трансформироваться прямо в дороге и служила при этом долгие годы. Также важно сделать одежду красивой и стильной. Дизайнеры продумывают фасоны и модели, подбирают цвета, создают новые линии и решения. После того, как модели созданы, в дело вступают мастера швейного дела. Их задача – скомпоновать все то, что создали дизайнеры и технологи, и выдать готовый продукт, который попадает сначала в магазины, а оттуда в руки счастливых обладателей экипировки. Все больше людей пользуются экипировкой Hawk Moto. Это лучшее доказательство доверия к качеству бренда. Очевидно, что скоро Hawk Moto станет новой звездой на небосклоне мировых брендов мотоодежды. Ведь у компании огромные планы на будущее и уже целая армия поклонников. А значит, так тому и быть. То, что касается Hawk Moto, конечно, здесь привлекательна цена. Да, потому что если брать другие бренды, цены варьируются там, примерно в 2-3 раза. Вот. Также хочу сказать, что Hawk Moto по качеству не уступает мировым производителям. Ну, это все очень приемлемо и доступно. Ну, первая покупка моя по мотоэкипировке, это была как раз таки куртка Hawk Moto кожаная. Вот. И первое, что я себе купил, да, я думаю, что все ребята начинают, это шлем, куртку и перчатки. Куртка отличная, пользуюсь ей до сих пор. Что понравилось, это соотношение цена-качество. По крайней мере, в сравнении с зарубежными какими-то дорогими брендами, качество не уступает, но при том цена весьма доступная для нашего рынка. Вот. И я приобрел модель Daytona. Она мне нравится, и расцветка нравится, качество нравится. Нравится то, что она защищает еще и от дождя. Не надо специально переодеваться в дождевой костюм. Во время моей прошлогодней покатушки, когда я побывал в диапазоне температуры от 0 до плюс 43 градусов, меня поразило, приятно удивило, я бы так сказал, да, это, во-первых, и ветрозащита, когда ты едешь по холоду данной экипировки, и также то, что у нее довольно приличная вентиляция. То есть у нее довольно много вентиляционных отверстий, которые можно все открыть, там, закрепить. И ты будешь продуваться со всех сторон. Это очень приятно, когда на улице за плюс 40. Я пришла одна тогда и говорю, вот я хочу зимой проехать там 11 500 километров. И на меня не посмотрели, как на дурочку, да, действительно с уважением, пониманием отнеслись. И на свой страх и риск мы поехали, вот экипировки, учитывая то, что она летняя, не зимняя. Действительно рисковали здоровьем и не прогадали. То есть экипировка выдержала это испытание. В конце концов мы вернулись живые, здоровые, без обморожений. Это уже чего-то стоит. Развитие. Не стоять на месте, развиваться. Развитие, чтобы экипировка становилась все лучше, цены все ниже. Hawk Moto я могу пожелать развития, расширения линейки производимой экипировки. Мы реально доверяем этому бренду. Я хочу пожелать Hawk Moto развития, пусть идут только вперед, а линейка их расширяется, товары становятся более качественными и менее дорогими. Всем добра и удачи!